Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас, девочки, осторожно, руны. Вся правда на ближайшие 3 дня. Итак, день первый. Ой, ждет вас очень счастливая встреча. Встреча может или знакомство с мужчиной. Встреча может быть как любовного характера, скорее всего. Также и делового плана для заключения выгодных, успешных договоров, сделок и контрактов, в том числе по покупке или продаже недвижимости. День второй. А, девочки, здесь у вас общение, общение в коллективе. Встречи могут быть с друзьями, либо это на работе, выполнение, то есть работа в удовольствие, выполнение какого-то проекта, завоевание лидерских позиций, обучение может быть у кого-то. У кого-то работа именно в коллективе, может быть какой-то семинар, может быть конкурс, да, но то есть именно общение в каком-то коллективе очень приятное, общение и завоевание лидерских позиций. А также для кого, для некоторых из вас это вполне может быть повышение должности. И день третий, девочки, ой, а тут у вас взлет. Ну, во-первых, это может еще говорить о появлении в вашей жизни страстного мужчины, страстного поклонника. Или ваш мужчина может вернуться, если у вас ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, или примчится к вам навстречу, на свидание ваш мужчина. В общем, страсть. Что же касается работы, карьеры, бизнеса, финансов, то это прямо взлет. Взлет по карьерной лестнице, похвала со стороны начальника, премия, успех в работе, в карьере, в бизнесе или в финансах.